24 августа, вот мы у брата Романа, тут малыша, работаем. Вот Сергей засыпает песок. Ну, тут воды надо срочно... Не-не, срочно воды брать сперва. Заряд. Подливку делают. Брат, что это у тебя будет-то? Вот это? Да. Под что мы заливаем-то? И камушки выкладываем. Это у меня, я здесь собираюсь сделать подпол. Ага. Ну и потом в будущем я просто пенопласт сотку поставлю, задую с этим. Пеной? Пеной и заштукатурю, все. Ага, все понял. А брус уже лежать будет на этих столбушках? Да. Угу. Насаживаться на штыри. Угу, вот. Слава богу. Это вот фундамент под печку у него. Сергей тут оператор бетономешалки. Вот, вот, слава богу. Трудимся с Божьей помощью. 24 августа. Последние минуты нашей сегодня работы. Предстоящие. Он уже 7:30 вечера, а мы с 7:30 утра на работе. Как обычно. Вот Володя разливает раствор. Рома там укрепляет его какого рода камешками для сцепления. Володя пришел, наливает так утюжок. Там Сергей Павлович стоит у миксера, как бармен. Володя приходит, наливает ему. Кто-то прибежал. Кто-то прибежал. Вот так вот работа идет. Роман Юрьевич, нам расскажете немножко, что тут происходит-то? Сказал. А то люди-то не поймут простые-то городские. Ну кто здесь? Что малыш творит? Еще одно, будет, да? Здесь все, как говорится, подножный корм. Все, что дешево. Роман, брат, сколько делать? Полную замес или половину? Ну вот, видишь, что здесь осталось? Прикиньте, сколько вы делаете. Может, что-то поправить не надо. Ну давай полный сделаем. Да ну куда его? А куда потом? Нет. Да нет, сделайте половину. Даже не половину, а вот это. Не половину. 2 ведра надо раствору. Вот так и примерно выходит. То есть камни валяются под ногой. Песок тоже здесь дешевый. Я еще нашел место, но ты никому не рассказывай. Пенопласт на шар. Бесплатный пенопласт. Поэтому я решил так сделать, таким образом. Он старый, такой древний. Ну, как бы... не кондиции, но сюда он как раз пойдет. Ну, его так прям хватит, тут много. Ну здесь смотри, здесь будет брус, вот так. Вот так будет брус. Ага. То есть вот эту часть пенопласта, сотка, ну и штукатурка, чтобы там мыши не погрызли, не жили в этом. И все. Отдушины сделать. Вот тебе подпол. Это приблизительно вот такой будет высоты. Там видел у меня огурцы, помидоры. Будут здесь. Зимой. Зимовать. А, вот как. Они замерзнут, они. Не думаю. Если снегом, конечно, тут притрусить его, то тепло будет, думаю, там сохраняться. Да, там надует здесь. Снегом тут хватит. А в доме, Божьей помощью, печь поставлю, тепло-то будет. Русская печь. Ну, тут печка будет стоять. Тут будет стоять русская печь. У украинских ребят будет русская печь. Ну, украинская печь я не слышал такого названия, но русская печь определенно есть. Украинское сало, борщ украинский. Да, украинский. Печь русская, видишь? А печь русская, продукты, блюда украинские. Сибиряки вот там.
будет такая сетка, чтобы просеивать песок. Чтобы песок был действенно чист. Палыч. Верный. Вон они все. Ага. Рич. Ага, хорошо. Ну и покажу себя напоследок. Солнце уже близится к закату. Аппетит мы себе наработали на сегодня вечером. Еще слава Христу!